Через 3 месяца Валентин Махорт получит диплом. Это раньше его профессию именовали просто сантехник. Теперь он монтажник санитарно-технических систем. Студент еще в прошлом году самостоятельно заменил дома все коммуникации. А в этом представлял честь учебного заведения на международном конкурсе World Skills. Долго думал, куда пойти учиться и что более, интереснее к душе. Выбрал, среди всех, возможных отраслей выбрал эту, то, что это всегда, востребовано в любом доме, когда новые дома строятся, то, что без отопления никакой человек не сможет прожить без холодной горячей воды. Эти ребята с закрытыми глазами могут собрать водопровод и установить счетчики. Теперь осваивают пайку меди. Многие застройщики используют такие трубы в отоплении. Чтобы выпускники не терялись на работе, в учебном плане около 1000 часов практики. Ребята проходят все совершенно новые технологии в монтаже санитарно-технических систем. До сих пор еще никто из работодателей не жаловался, что у нас плохие выпускники. В колледже готовят монтажников, электриков, мастеров управляющих компаний. Сейчас азы коммунальной машины постигают около 700 человек. Это раньше сюда шли только троечники. Теперь на каждое место серьезный конкурс. И проходной балл не меньше 4. Мы тесно работаем с попечительским советом нашей образовательной организации, в состав которых и входят представители работодателей именно жилищно-коммунального хозяйства. То есть, естественно, мы трудоустраиваем ребят именно в эти управляющие компании. В дипломах выпускников разряды не ставят. Их присваивает многофункциональный центр при техникуме. А уже с нового года в России начнет действовать единая система независимой оценки квалификации. В Тюменской области сейчас набирают специалистов, которые будут экзаменовать всех, кто пожелает получить или повысить свой разряд. Прошли обучение и тоже поданы документы в Минтруд для утверждение 29 экспертов по Тюменской области в сфере ЖКХ. Требования к экспертам очень высоки. Эти люди должны не менее 5 лет проработать в сфере ЖКХ. То есть полностью должны обладать информацией, что происходит в многоквартирных домах. Центр заработает в начале следующего года. Одним из первых, кто получит сертификат российского образца, может стать выпускник Валентин Махорт. Группа из 23 студентов защищает дипломы в феврале. Александр Гришаков, Сергей Кондаков, Тюменское время.